Омлет на завтрак. Что может быть проще? Но сегодня я предлагаю добавить к нему изюминку. Для этого нам понадобится 3 куриных яйца, 20 граммов сыра сулугуни, натертого на крупную терку, 30 граммов свежего базилика и 20 миллилитров сливок. Базилик выкладываем в чашу для блендера. Добавляем немного воды и взбиваем, чтобы листья измельчились, но не превратились в пюре. Разбиваем 3 яйца в глубокую тарелку и добавляем сливки. В этом рецепте я заменил молоко на сливки, ведь с ними омлет гораздо вкуснее. Все перемешиваем до однородной консистенции и в конце добавляем базилик и немного соли. На разогретую сковороду добавляем небольшой кусочек сливочного масла и выливаем яичную смесь. Готовим под крышкой пару минут. Затем добавляем на одну половину тертый сыр и складываем омлет пополам, чтобы сыр равномерно расплавился. Зеленый базилик богат антиоксидантами. Также он содержит железо, которое необходимо организму для нормального кроветворения. Благодаря веществам, содержащимся в его листьях, активизируются познавательные процессы, укрепляется память и улучшается нервно-мышечная координация. Питайтесь полезно, а главное вкусно. Приятного аппетита!